Доброе утро всем тем, кто не спешит на Гавайи. Ну вот, вроде бы у нас в Николаевске на Амуре вот такая вот ледовая обстановка. Видать, сегодня ночью, правда, не совсем, но начались подвижки льда. Такой вот ветерок поднялся, такой вот туман идет вдоль Амура снизу, причем дует с лимана ветер. Ну, как-то вот так. Вроде бы как-то так. Дальше посмотрим. Всем всего доброго. Не спешите на Гавайи. У нас лучше. Бухта еще здесь пока во льду. Всем добра!